Аномально теплая зима создает опасные условия для жизни каспийских тюленей. Сокращается ледовый покров моря. Если его не будет, тюлени, попав на побережье, будут погибать от различных внешних воздействий, говорят специалисты. Сейчас ученые при поддержке одной из нефтяных компаний региона проводят 10-дневные исследования на Каспии, где обитает около 100 тысяч тюленей. Из них 80-90% располагаются на северном побережье. В основном преобладают льды от 5 до 10 сантиметров, что не совсем удобно, что не совсем хорошо для популяции тюленей, для их размножения. Маленькая площадь льдов необходимой толщины будет сокращена, и тогда на маленькой площади будет собираться большое количество тюленей. Это тоже чревато тем, что тюлени просто больные будут заражать более другое поколение здоровых тюленей.